Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем ради под названием Cat Quest 2. Окей, в прошлой серии мы встретили Давакина, не кота, а пса. Да, теперь, короче, у нас здесь... Давайте я еще заточу оружие свое, пока мне позволяет денежка. А денежка мне позволяет. Все уже. Хотя мы можем, знаете, что сейчас делать? Быстренько съехать наверх, купить вот этого. Так, кактус ебнуть. Итого, ага. Да, забейте, ладно. В одном... В предании говорится о рецепте легендарного хот-дога. Вы должны найти его. Поможете Хоту? Платиновый шеф. Нос Хоту уловил вас, ваш запах. Хота знает, что платиновый шеф создан легендарный рыцарь хот-дога. Но, увы, он безвременно сгинул в лабиринте завываний. Вот возьмите это, ваше обещество. Хот-дога передает вкусный хот-дог. Безвременной урок не заставляет платинового шефа разлюбить хот-доги. Хота считает, что он вернется. Найдите его в лабиринте забываний, ваше величество. Здесь хорошо, что локации хотя бы эти, которые мне нужны, не так уж находятся далеко. Жалко только, что у меня полета нету, как было в первой части. Я слышу запах хот-дога. Я плейтонский шеф, я предлагаю легендарный рыцарь хот-дога в обмен на тот хот-дог. Но я опасаваюсь, высовываясь отсюда. Меня уже однажды убили. Победите всех чудовищ, я... О, бля... Это будет довольно долго. Хотя... Ладненько, нормально. Раз деньги оформляю. Сейчас денежку оформлю. Блин, а какой вот тут был крит, шанс крита, я помню. Экс. Почему все они на магии? Так, малиновые доспехи. Сюда, дайте мне этот худок. Ладно, зато я сундук еще открою. Францисский шеф дает вам рецепт. Выдайте шефу худок. О да, как давно это было. Вылезай, чтобы насладиться этим худогом. Собака-селянин крадет рецепт у вас. Ах, худога никогда не увидит его. Скажите ему... Цезарь салат, ты снова сделал его, ха-ха. Так, сундучок. Вот плохо на самом деле, что вот здесь есть такие вот сундуки, где нужно все защищать, чтобы получить на открытие сундука. Это довольно минус есть в этом. Цезарь салат? Кто? Но худок с ним... Он опустился так... Да, худо нужно успокоиться. Да, для начала возьмите это. Шлем шефа.
Не бойтесь, кто-то выследит его. Может, наши пути пересекаются снова, ваше овечество, как говорится, на ходоге. Так, осыпаемся. Идем в фото. Улучшаем оружие. Даже 98. Кто-то нашел вора, след его еще не остыл. Пожалуйста, помогите поймать пса. Горячего пса. Дикая орда, поехали. Ну, кто-то уловил запах вора. Наверное, там он и живет. Это где-то на севере-востоке, где множество кактусов. Верните то, что было украдено, ваше величество. Дэш. А, да, тут же есть такая херовина. Вау, 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 вау. А, так, блядь, я на их заново создал. Блядь. Да, плохо. Блин, ну знаете, прикольно в том, что типа вот здесь есть, ну типа вот тот же кактус, да. Скорее всего, около камня того, да, показали мне. Ладно, полетели, еще раз убьем босса. Что мне? Я сейчас просто подбегусь к ней, сразу поставлю эти. Давайте.
Сила воли зеро. Нихера себе магия. А ну-ка. В плане вот, вот этой магии, я не понял. Что значит магия? Что значит магия? Что, магия процентов? Ну да, довольно много использований. А типа без нее меньше, да? А тебе я делаю твои. Подожди, мне нужно на плюс 12. А че я без там? Я с бородой хожу. С бородой я жару лучше. Так, потом Корлея разбудил свою внутреннюю силу. Звездохвост. Бесит. Постоянно появляется. Так, они показались здесь, да, где-то? Вот. Вы нашли меня? Ладно, я дам вам рецепт. Подойдите поближе. А, и я должен отдать его вам. Еще чего. Кто-то начинает понимать, как он посмел украсть всех девушек. Представляешь, я использовал это против него. Фанатки. Эти ребята ищут подружку для охоты. Яростная фанатка номер один. Хода, я люблю тебя, я могу стать твоей женой. Нет, я его жена. Я. Вообще, случай. Вас так много, но эти два парня говорят, что все вы недостаточно хороши. Как вы смелись нас так судить? Клянусь, косточкой взять их. Ну, я сейчас просто шиплю. О, небеса на вытье. Вы разбили эту орду. Я дам, только не бейте. Все, рецепт наш. Ладно, я тоже заберу. Что мне от этого?
Так, а, блин, а мне сейчас левелап все равно будет. Вот это рецепт. Мир и хот-доги вернулись на землю. Ваша награда ждет. Бревестник. Мы встретимся снова, ваше величество. Это неизбежно. Как хот-дог, который вкусный и горячий. Вкусный и горячий. Так, сейчас поспим, пойдем это. А, у меня не хватит. Тонкая работа требует помощи Мяустера. Помогите Хоту найти шефа. За пределом. Охота мастер по оружию не по хот-догам. Но Хота знает знаменитого шефа. Несите рецепты ему. Ваше величество, и он приготовит блюдо для Хота. Хота дает вам рецепт. Не, вот это вот далеко довольно. Ладно, паузу поставлю. Легендарный рецепт хот-догов? Что за фырчательная чушь? Ну я должен Хота, давайте его сюда. Я бы кот возьми сделать его, если бы знал, где моя лопатка. Чудовищный лизун его утащил. Один из трех ради моей шерсти уничтожил их всех. Я вернусь в мою лопатку. Да, давайте, изи. Ну вы видите, шипы у нас стали бой. Все. Вы видите. Просто и минус. Вы даете лопатку капать. Клянусь, косточка чудесно. Ждите здесь, я быстро отправлюсь. А вот и готово. Забирайте. Габзи дает вам легендарный хот-дог. Ничего себе, большой золото. Скажите Хота, я больше ему ничего не должен. Цезарь крадет легендарный хот-дог. Ну же, что, разве вы не выскакивали оттуда и не забирали его у меня? О, как он раздражает. Хота никогда не видел его, как своих ушей. Цезарь съедает легендарный хот-дог. Что я чувствую? Супер салат Цезарь. Силу. Ё-моё. Ой-ой-ой. Лападон Гавзи. Я все слышал. Идите сюда скорее. Вам котовски повезло, что я сделал запасной бутон. Это дает вам еще. Теперь пока не сей раз точно. Я собираюсь и ухожу. Хота пришел, чтобы никто не украл у вас хот-дог. Или он опоздал? Дайте Хота легендарный хот-дог. Хота чувствует силу этого хот-дога. Неолапетический потенциал. Ждите здесь, Хота нужно всего 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Хота вернулся. Гавдог. Огненный урон. Хота дарует это абсолютное оружие, на которое его вдохновил великий хот-дог. Хота, долго перед вами, ваше величество. Да, берегает вас ароматы хот-догов. У этого хот-дога хотя бы урона. У него вообще урона нет. Ну, давайте попробуем. Видите, от этих средней, то что они сразу уходят в броню. Подождите, я могу просто проверить. 592.
Так. А, нет, все-таки решает. Так, ладно, полетели в город. Так, проверю. Объект нарушения. Надо сохраниться, сохраниться, сохраниться. Готово. Ехали далее. Гавкус. Как Август. Авкус. О, привет. Не хотите помочь мне сделать лайтопию? Еще более прекрасной. Благие намерения. Меня зовут Гавкус, и я приветствую вас в своей лайтопии. Я много трудился, чтобы это место стало лучшим для собак. Все собаки – мои друзья. Мне очень помогла вода из этого озера в Лапоазисе. Она оказывает успокаивающее действие на собак. Для рекламы этой лайтопии я выставил две бочки воды снаружи. Думаю, они уже опустили. Опустили. И я обозначил их, не могли бы вы наполнить их для меня? Гавка дает вам бутылки с водой из... Надеюсь, я за 10 минут успею все это сделать. Эй, спасибо, что уничтожили этих монстров. Я забираю эту бочку. Оселянин бросает бочку с водой в океан. Вам двоим лучше не доверять тому, что говорит Гавкус. И уж точно не доверять до второй бочки раньше вас. И уж точно я доберусь до второй бочки раньше вас. Если смотреть, что он побежал в другую сторону, не думаю, что он быстрее нас добежит до этой бочки. Эй, там, попробуйте эту воду. Она великолепна. Лопота. Это лайтастика. Кот возьми, я опоздал. Лайтопия зовет меня. Лайтопия, иду к тебе, жди меня. Видите, что делает эта вода? Гавкус промывает мозг собакам, чтобы затянуть их к себе. Он влил какие-то странные химикаты в озеро Лапази. Мы должны остановить его. У меня есть план. Встретимся позже у метки небес. Бум. Лава-лап. Вы здесь и... Я попинцы. Если хотите остановить Гавкуса, то вам сначала нужно будет доставить для меня кое-что. Плохие последствия. Я изучил составы воды и выяснил, как нейтрализовать эффект промывки мозгов. Я создал антидот, но надо было сделать так, чтобы Гавкус не нашел его. Поэтому я спрятал его внутри этой гробницы и запечатал заклинанием, которое я купил у торговца. Если ты встанешь на правильную синюю плитку, срываются заклинания и активируются. Я останусь здесь на стороже, пока вы спуститесь и заберете антидот. Удачи. Где-то чертовая плитка, подожди. Ой, это подох, кажись, да? Кажись, немножко всрал. А, ну так вот эта плитка, да? А, сейчас тогда быстро разберемся. Мы получили антидот. А давайте тогда, я думаю, со всеми остальными разберемся.
Сундук еще открой, может там как раз мой меч. Делался третий уровень, неплохо. Голова. Вы дайте антидот. Ощутите, найдите за мной, я вылью это в озеро. Так, нужно еще как раз отхилиться будет. Так, попил выливает антидот в озеро Лапези. Лапезия. Автостично. Нужно некоторое время, чтобы он смешался с водой. Вот ваша награда. Доспехи. Найдите Гавкуса и узнайте, сработал ли антидот. Ой, огромное вам спасибо. Так, отдыхаем, чтобы восстановиться. Друзья, что-то не так? Помогите справить. Лайтопия. Это невероятно, мои друзья покидают мою Лайтопию. Что я здесь делал? Видите, почему они уходят? Я так старался, чтобы они все стали моими друзьями. Наверное, кто-то вмешался в оазис. Может, это... Я должен осмотреть оазис. Идемте за мной. Мне не помешает еще одна пара носов, чтобы вынюхать подсказки. Я явно чую что-то, что здесь было не должно. Думаю, я смогу различить источник. Стойте, я чую его на... Вас двоих, так это вы подрываете устройство моей Лайтопии. Вы отбираете у меня моих друзей, вы заплатите за это. Вау. А, серьезно? Окей, буду знать. Благодарчик. Давай тебя сюда. Все. Каша. Нет, почему? Я всего лишь хотел иметь друзей. Я всегда был один. Никто никогда не хотел дружить со мной. Неправда. Я всегда был рядом с собой, но... На этот раз ты зашел немного дальше, чем следовало. Но мне урчень жаль, что я оставил тебя одного, Гавкус. Попист? Лучшие друзья навсегда. И вы двое, идите сюда. Простите за то, что случилось. Я знаю, что вы хотели добра. Простите меня, вот, возьмите. Гавкус протягивает бутылочку с водой из Лопоазии. Гавкус. Простите, старая привычка. А терпеть настоящая награда. Мантия старшего мага. Пришло время отправиться в путь и поставить настоящую Лайтопию. Спасибо за вашу помощь. Так. Окей. И у нас еще остается с вами вот этот город. И все. Давайте туда сгоняем. О, это же Бэтмен. Док Рыцарь. Эйц. Пригните свои пушистые головы, я Док Рыцарь. И мне нужна ваша помощь в поимке преступника. Док Рыцарь. Двуморчий мастер собачьих колобуров вернулся, и у него в руках припрятан пушистый план. Типа Джокер будет. Он сейчас в собачьих казармах распространяет кошачьи колбарумбы среди солдат. Кочунство какое. Вы должны остановить его, он переодет в солдатскую форму. И на нем стороны закрытый шлем, который скрывает его истинную морду. Идем скорее.
потом. Ну понятно, что сказали, что шлем странный все равно. Нужно быть док рыцарь послал вас. Пушистее не придумать. Двумордый. А, ну блин, это двуликий. Посмотрите на меня. Вот что бывает, когда падает в чан с котами. Скорее всего, так. Заговорят кошачьими колобурами вместе со мной. Вам не остановить меня. Тот случай дал мне мурчастинскую способность, и мне это по силам. Кошачья половина двухмордого. Приготовьтесь к непростым временам. Ясно, ясно, ясно. Я все еще чувствую большую силу в обоих своих обличьях. Еще один раз. Просто прикончите меня, я кот, возьми. Вызываю вас. Сделайте это. Стоп. А в нахрен надо... Док рыцарь здесь. Ты идешь со мной, двумордый, тюрьма скучает. Тюрьмяу? Ты хотел сказать? Мне все равно, я что до вас двоих. Док рыцарь дает вам ключ к пещере летучих мышей. Это ключ открывает мою секретную берлогу. Благодаря за то, что вернули мир в мой город. Ну же, пошевелитесь, двумордые. Нифига себе, ребята, вы ж поняли? О. О. А давайте я отдохну, и мы пойдем в его пещеру. Так, он где-то здесь, да, показал ее? Стоп, я ее потерял. А, вот он. Мне аж интересно, что там будет. Прикиньте то, что особое. Это же берлога Бэтмена. Ай-яй. Ну, в принципе, я могу и так открыть. Плащ Дога Рыцаря. Вот видите, все, типа, шипы довольно жесткая вещь. Довольно нормально убивает все. Доспехи Дога Рыцаря. Ой, нифига, он типа улучшает сбор денег. Бэт-секира. Краша золота. За убийство. Здесь покоятся Ломпас и Мурфанг Вуфейн. Ну это, короче, отсылочка то, что типа, короче, мать с отцом. Ну, в принципе, все, как я понимаю. У нас с вами там остается еще один сюжет и финальчик. Поэтому давайте отсюда выходить и заканчивать. Ближайшая сейвка у нас, в принципе, здесь. Как раз туда исходим, сохраним, все будем заканчивать.
Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.